Масленица – самый веселый, шумный, любимый народный праздник. В масленичную неделю люди провожают зиму и встречают весну. Символами этого праздника считаются солнце, блины и чучело масленицы. 26 февраля на стадионе «Водник» калачевцы с размахом проводили зиму. Масленица – это один из самых вкусных и зрелищных праздников, где можно не только угоститься румяными блинами, но и потанцевать, полюбоваться выступлениями артистов, поучаствовать в различных состязаниях, получить призы и просто почувствовать себя счастливым. Детскую игровую программу в этот день провел театр «Маски» из районного дома культуры. Не обошлось празднование без традиционных соревнований. В зале стадиона прошли соревнования по шахматам, волейболу и другим видам спорта. Все присутствующие могли согреться горячим чаем, который разливали военнослужащие росгвардейцы из воинской части 3642, и полакомиться главным угощением дня – блинами, которые раздавали всем желающим волонтеры центра «Лидер». Руководители кафе города Калача-на-Дону «Дельфин», «Посейдон», «Теремок», «Уголек», «Адмирал», «Чинар» приготовили эти блины для калачевцев бесплатно. С приветственным словом к собравшимся обратился клирик Свято-Никольского кафедрального собора иерей Андрей Морозов. Он поздравил всех с праздником и напомнил о важности предстоящего Великого Поста. Вы, наверное, знаете, что завтра у нас начинается Великий Пост. Так вот эта масленичная неделя, она как раз последняя перед Великим Постом. Значит, и вот что ее отличает, да, от других недель. То есть эта неделя, значит, по церковному уставу она называется мясо постное либо сырное. То есть в эту неделю мы уже сами отказываемся от вкушения мясной пищи и вкушаем, значит, растительную пищу животного происхождения, ну, то есть яйца кушаем, да, молочную продукцию, вот, а от мясной продукции мы отказываемся, да. И богослужения в храмах уже становятся менее торжественными, а более покаянными. Вот. И с чем же это связано? Вот это связано как раз с тем, что, значит, по разуму церкви мы, православные люди, уже начинаем готовиться к подвигу Великого Поста. Да, то есть на поприще Великого Поста мы с вами, значит, те, кто по силам подвязаемся. Так вот, как бы уже постепенно мы приближаемся к этому дню, к завтрашнему дню, и вот эта неделя у нас венчается прощенным воскресеньем, да, так оно называется. Вот, а что же такое прощенное воскресенье? Да, была такая традиция, то есть мы не просто, значит, православные люди и наши предки в том числе, не просто ходили друг к другу в гости, чтобы просто, да, покушать блинов, пообщаться, и это, конечно же, тоже, но самое главное, люди старались использовать этот период для того, чтобы пообщаться и в первую очередь попросить друг у друга прощения. Если вы сами умеете прощать, то и то есть Господь вас простит. То есть так же, как и молитва «Отче наш», в которой сказано, что «и прости нам долги наши, да, якоже и мы оставляем должником нашим». То есть мы прежде всего должны сами простить своих обидчиков, чтобы в нашем сердце, в нашей душе было мирное расположение, чтобы не было ни обид, ни заявленных упреков. Порой это, да, как мы уже сказали, это непросто, но это надо делать. И поэтому хотелось бы вам этого пожелать, чтобы вы не забыли это сделать сегодня, да, потому что завтра, как мы сказали, уже начинается Великий Пост. Это период, когда мы берем на себя определенный молитвенный подвиг. Значит, мы себя, значит, ограничиваем в еде, значит, ограничиваем себя в каких-то развлечениях. А для чего все это делается? Для того, чтобы мы подготовили с вами к самому главному празднику, который у нас есть, да, празднику Пасхи. Вот поэтому, вот еще хотел бы сказать слово, почему, значит, всегда так радостно отмечались вот эти масленичные недели. Потому что люди в предвкушении вот этого поста, значит, радовались, потому что Великий Пост всегда назывался, значит, весной духовной, да, то есть весна духовная, как мы с вами видим, да, вот, допустим, весна у нас вокруг нас вроде бы скоро наступит, а вот природа может по-разному себя повести, да, может быть и дождь, может и солнце не быть, но духовная весна всегда приходит, да, вот с начала Великого Поста, независимо от того, какая у нас погода на улице. Я бы хотел всех нас, значит, поздравить с этим днем, да, с прощенным воскресеньем, вот, попросить друг у друга прощения, чтобы вы просили. Хотелось бы пожелать всем благостного настроения, чтобы был мир в душе, значит,
чтобы все, как говорится, было все по сердцу, по любви. Ну и, конечно же, пожелать всем нам мирного неба над головой, потому что, как всегда, это актуально, потому что как бы это очень важно, конечно, потому что где мир, там любовь, а где мира нет, там всегда какие-то настроения, беда, трагедия. Вот. Ну, мы все-таки с радостью встречаем этот день и с радостью, опять же, встречаем этот великопостный период, потому что он для нас очень важен. Вот. И еще раз пожелать всем мира, добра, любви и всяческих благ. Помоги нам всем, Господи. Спасибо. Праздничную и задорную атмосферу мероприятию создали творческие коллективы города Калача-на-Дону и Калачевского района. Со сцены звучали знакомые всем мелодии в исполнении солистов и творческих коллективов, таких как ансамбль «Казачья сотня», Александр Бондарев, Ольга Замельчук, солисты Калачевской городской филармонии, танцевальная группа «Степ», литературно-музыкальный клуб «Другой берег», ансамбли «Донское раздолье», «Ивушка» и «Лада» из Ильевского дома культуры. Завершилась программа традиционным сожжением чучела масленицы.
красивый городок, и каждый здесь кричать готов. Но сейчас вы уже поняли, что за припев. Знакомые всем слова, давайте споем вместе. Я бы
палач, завтра пристань юности калач. Я не делал, как мороз.